Да, и ты меня сразу туда вышли. Ну, Вань, да? Как обещал. Ну ладно. Счастливо. Уезжаю, а у тебя тут такие дела. Ничего. Все будет хорошо. Ты знаешь, странная история. Какой-то Ринархов хотел купить письмо Тигоцкую Кукуш. Кто сказал? Ну, Кукуш позвонил, когда мы на вокзал собирались. Странно. Все нормально, только не волнуйся. Я верю. Ванечка, миленький, я думала, я опоздала. Я из троллейбуса выскакивала, газеты покупала. Вот здесь про наше КБ и про вас, папа Паша. Вот. Министерство поддерживает. Но, надеюсь, теперь будет нормально. Ну, будь умницей. Буду. Пиши нам. Ну, пора мне. Берегись. Будьте здоровы. Все. Ну, целую вас всех. Счастливо! Счастливо! Ну, пошли. Вот такую я ее и запомню. Локоны падают. На глаза мешают смотреть. Нет. Она все прекрасно видела. И прекрасно понимала людей. Наверное, поэтому она и была хорошим адвокатом. Вячеслав Иванович. О, нет, нет, Илюша, нет. Как только Ириша вернется, ну, из этого самого своего Курска, оставайтесь здесь и живите. Нет, спасибо. Это исключено. Почему? Она что, не скоро вернется? Я не знаю. Она актриса. А без театра? Да, понимаю, понимаю, понимаю. Ну, как-то это нехорошо. Но ведь не только же театр, театр, театр. А может быть, вы ей плохо объяснили? Ну, или не были уж очень настойчивы? Нехорошо. Кто-нибудь есть? Здравствуйте. Агриппина Савельевна еще при жизни обещала продать люстру. Агриппина Савельевна еще при жизни обещала продать люстру. Вранье. Перед вами женщина. И вы смеете тут. Послушайте, по-моему, вам действительно сейчас лучше уйти, а то мы как-то не совпадаем. Ну и слава богу, что не совпадаем. Совпадать с вами сейчас? Ни к чему. Опасно. Что вам нравится эта люстра? Понимаю, старинная вещь, в цене. Намного дороже тех лекарств, с которыми вы почивали здесь Агриппину Савельевну. Илюша, не надо, не волнуйтесь. Отдайте мне эту люстру. Я не советую вам портить со мной отношения. Не советую!
опекун. Я ведь и свидетельницей могу стать. А то и истицей. Послушайте. Илюша, не обращайте на нее внимания. Я понимаю, что вам действительно дорога память о вашем муже. Вот, пожалуйста, его портрет, возьмите. Я его возьму, конечно. Ну? Ну, а как же люстра? А люстра сейчас полетит в вашу голову, и тогда вам действительно придется стать истицей. А ну, уходите отсюда. Вы еще пожалеете об этом, опекун. Сюда. Да не бойся ты, никого здесь теперь нет. Держи. Вот постукай его тут. А вот здесь звук другой. А, кирпичом тогда заложили. Тихо ты, тихо. Не бойся. А кроме тебя об этом никто не знает? Кто знал, тех уж давно живых нет. Ты пойми это в виду. Поимеем. Поимеем. Тебя поздравить можно? С чем? С новым назначением. Я по своим каналам узнала. По своим каналам? Угу. Знаешь, все это весьма предварительно, так что я прошу тебя. Понимаю, понимаю. Есть хочешь? Да нет, сыт, спасибо. Сейчас чай будем пить. Одну минуточку. Угу. А что пишешь? Ценные указания детям? А, да нет. Телефоны переписываю в новую книжку. А вот с некоторыми фамилиями прямо не знаю, что и делать. То есть? Потаверки, Василий Степанович. Он же умер. Рука не поднимается его вычеркивать. Не вычеркивай. Слушай, а некоторые фамилии тут атрофировались. Что это значит, атрофировались? Не нужны они нам, тем более теперь. Вот к этим людям мы не ходим, они к нам тоже. Кому, например? Поваляев, например. Ну? Вот Рязанцев, Тучкина. Я их всех тут крестиками отметила. Крестиками, да? Да. Это Валечку Тучкину ты крестиками отметил? Ну, она же на пенсии, Алёш. А теперь надо на влиятельных людей опираться. В твоем новом ранге нужно новые знакомства заводить. Да ты что, с ума сошла, что ли? А как же. Ведь теперь ты у нас... Слушай, перестань валять дурака, давай чай пить. Ну, давай, давай. Крестиками, ноликами, крестиками. В 15 лет он стал лауреатом. Да, удивительно. Понравилось? Возьмите наше пальто, а я вызову машину. Никита! Вы поедете с нами? Привет. Здравствуй, Илюшка. Ты извини, я здесь не один. Председатель облплана с супругой. А что у тебя? Ну как что? Наш царский подвал. А, ты не забыл? Да, забудешь тут. Ну ты что-нибудь сделал после нашего похода к Ширяеву? А, разумеется, разумеется, но... Знаешь, не все так просто. Тут, понимаешь, новые обстоятельства. Ширяева прочат председателя горсовета, и это многое меняет. Что меняет? Ну, в двух словах, короче, не время сейчас заниматься царскими подвалами. Почему, Никит, почему? Меняется руководство в городе, ты что, не понимаешь? Меняется власть. Понимаю. Никит, власть у нас 917 года одна. Власть-то одна. Люди разные. Ширяев сядет в кресло мэра. Даже депутат горсовета, тебе будет проще заниматься этим вопросом? С одной стороны проще, а с другой стороны... Ты пойми, пойми, я не связываю свою службу с общественной деятельностью, но все-таки... И поверь, поверь, я всей душой с тобой, но существует тактика, тактика... Это когда очень много тактики, это уже стратегия. Как я был счастлив на твоем концерте. Именно счастлив. Когда ты играл, твоя музыка ты
Спасибо, папа. Ты когда едешь в Баку? Или перенесли? Я по радио слышал, что ты должен ехать в Баку. Да, с группой молодых музыкантов. Да я почувствовал, что я не в форме и отказался от поездки. Как это не в форме? Ты сегодня так хорошо играл. Ты мне говоришь неправду, сын. Если бы я не поехал в Баку, я не приехал бы сюда, к тебе. А мне очень хотелось повидаться с тобой. Понять, что тебя заставило оказаться здесь. Даже устроиться на работу. Мне мама позвонила. Очень волнуется. Да и меня твой переезд встревожил. Пап, ну что, ты здесь действительно в самом деле чувствуешь себя лучше? Потом, ты извини меня, ты ведь не старый еще. Ну а как же мама-то? Ну, постой, ой. Вот как ты обо мне думаешь. Этого никогда не может быть. В таком деле и два человека много, а уж третий всегда лишний. Ну, а без третьего человека нам не обойтись. Вот вы сейчас думаете, что этого третьего нужно будет платить. Скупой вы. Скупой. Восточная пословица говорит, скупой платит дважды. Не о деньгах я сейчас думаю. Я думаю, о другой платье. Да вы не волнуйтесь. Этот третий надежный человек. Вы его знаете. Ну что ж, после такой встречи нас и водой не разольешь. Ну, Аркаша, Аркаша. Со свиданницем? Ну, вот и встретились. Будем здоровы. Будь здоров, директор. Ну, здравствуй. Вот решил зайти без звонка. Вдруг не успеешь от меня сбежать. Секретаршей пока не обзавелся? Или по штату не положено? Чего ты ершишься, сись? Здравствуй. А Ширяев, между прочим, личность с масштабом. Как мы с тобой на него не наседали, а он зла не помнит. Поздравь. Заместитель заведующего отделом. Номенклатура? Жизнь. Слушай, бросай ты свои подвалы, помойки. Это же моя работа. Да ты что, и вправду такой неосведомленный. Да по твоей профессии сейчас знаешь, какие перспективы? Вплоть до заграничной работы. А что? Охрана окружающей среды, экология. Да и жена поддержит, актриса. Знаешь, у театралов это в крови. Красота жизни, эстетика. Ты чего? Ты чего такой вяленый-то? Видишь ли, меня тут вызывали. Я только что от следователя. А, да, слышал я разговоры. Но как они тебя могут обвинить? И потом ведь есть медицинское заключение. От чего она померла-то, старушка-то? От инсульта. Ну вот видишь, так ты уж держись, держись. А то у тебя вид такой раскаянный, можно подумать, что бац, и нет старушки.
Я, собственно, что к тебе пришел. Следователь, естественно, спросит, почему я пришел снимать квартиру именно к ней, Текоцкой. Я бы хотел сказать, все как было, что посоветовал обратиться мне к ней именно ты, дал телефон, адрес. Я не я, какая разница, не все ли равно? Да нет. Если я начну увиливать от ответа, это одно, сам понимаешь. Если я скажу все как было, все облегчается, становится проще. Для тебя. Но меня-то зачем впутывать? Винить тебя все равно не смогут, я уверен. А таскать начнут пачкать меня. Ответственного сотрудника облплана, депутата горсовета. Кому это выгодно? Обывателям всяким, больше никому. А поддержать в жизни друг друга мы еще успеем. Ну, не по таким же мелочам. А процесс — это чепуха. Привет, убийцы века. Что это в такую рань? В чем дело? Опять не спится? Заснешься с вами. Так, я сейчас цех опечатаю, а вы передайте Бабулову, пусть зайдет в горсанинспекцию. Хорошо, я ему передам. Как опечатали? Без согласования? Да-да, угу. Вот так, опечатал и все. Товарищ Дорошин, что ж это будет? Извините, я сейчас побреюсь и приеду. Да нет, это вы меня простите за такой ранний звонок. Да что ж теперь будет? Вы представляете, что теперь будет? Да не очень. Потому и звоню. Хорошо. Сейчас я еду к себе, и вы туда же, немедленно, понятно? Ладно. Печать. Печать. Вы опечатали без согласования. Чего ж согласовывать? Вы бы мне все равно не разрешили. Я. Забавный вы какой-то. Не боитесь? Кого? Вас? Меня. Кроме меня есть люди. Откуда у вас эта дерзость? Не понимаю, Григорий Панфилович, я пойду, если вы разрешите. Поеду в Министерство здравоохранения и в Москву. Да погодите вы в Москву. В Москву. Дайте сообразить. Так. Снять печать по-тихому, мы уж не успеем. Зачем снимать? Вы что, со мной не согласны? При чем тут я? А при том, что мы с вами в конце концов тоже люди. Люди. Ну, Дорошин. Григорий Панфилович, Бабулов. Он уже в приемной. Доброе утро, Михаил Иращ. Вы считаете это утро добрым, товарищ Стешилов? Что это вы так грозно? Снимите свою печать. Но мы только что опечатали. Ну, за это самоуправство вы еще ответите. А сейчас мне, цеху, заводу нужно работать. Ну, вы работаете, мы работаем. Я требую прекратить это безобразие. Я буду апеллировать. Я уже звонил. Я пойду в облсполком, в обком. Идите, идите. И я пойду. Я возьму вот эту папку, в которой лежат акты, из которых явствует, сколько раз и когда мы вас штрафовали и предупреждали. Пойду и покажу в тех же самых инстанциях. Ну, натворили вы дело. Ну, хорошо, ну давайте договоримся полюбовно. Вы снимаете печать, я открываю цех, потом разберемся. Мы по-любому уж много раз договаривались. Теперь пришла пора других чувств. До свидания, товарищ Бабулов.
Хорошо. Хорошо. Давайте сюда билет. Давайте, я сам поеду в Москву. А то там чего доброго еще министерство печатать. Анечка! Да-да! Анечка! Угу. Пусть Дорошин сидит здесь. Хорошо. И отвечает вместо меня на звонки. До самого вечера. Ясно. Слушай, Аркаша. Ну? Ты, по-моему, от своей интеллигентности стал какой-то... Я даже не знаю, как сказать. Легкомысленный, что ли? Ну, как мы архив вывозить будем? Думал? Разумеется, думал. Ну, куда? Куда? Сначала вскроем стенку. А. Вытащим ящички. Погрузим в грузовики. А потом прямо в лес. В лесу разведем костер. В костре сожжем документы. А ящики зароем в землю. Понятно? Лес. Какой лес? Да что у нас вокруг, тайга непроходимая, что ли? Да у нас везде полным-полно людей, даже в самых уголках глухих. Ну? Туристы там всякие, парочки. Столько ящиков, по 30 килограммов каждый. Сколько мы их вскрывать будем? Ну, а потом посторонние видят, как два здоровых мужика вскрывают в лесу металлические ящики с немецкими надписями. Цирк! А потом что-то жгут в костре. Бумаги. Это же аттракцион. А может быть их в воду, в речку, ящики со всеми этими документами на дно. Найдут. Рано или поздно все равно найдут. Мне их офицер сказал еще тогда, что эти ящики для особо важных документов делали герметичными из стали. Врал тот офицер. А если не врал? Ну и что теперь делать? Как ты думаешь? Тихо. Разучился я. Ты на даче Бабулова бывал? Ну, бывал. Чердак у него есть там, на даче? Какая же дача без чердака? Надо весь архив свести к нему на дачу, на чердаке спрятать. Там же ящики вскрыть. Ну, шум, грохот, мало ли какой ремонт на даче. Тут же в саду бумаги сжечь. Ну, костер на даче дело обычное. Там листья прошлогодние жгут, там сучья всякие, палки всякие. А пустые ящики кувалдой разбить и тут же в саду закопать, понял? Понял. Вот так. Прав ты. Разучился я уже об этом, обо всем думал. Пою. Ты что, совсем, что ли, чокнулся? Позволяешь себе благородные жесты? Ну, ты бы хоть меня послушался, меня. Над твоей головой, можно сказать, занесен меч правосудия. А ты? Он рабочий винного завода, толпятся во дворе. Ты это-то понимаешь? Ты же десятки людей лишил работы. Ты понимаешь, что это значит? Секунду, секунду. Ты бы вчера заглянул в этот двор. Посмотрел бы, послушал бы жителей, что они говорят. Хотя задача комиссии, между прочим, помочь этим жильцам. Ты кого учишь? Ты кого учишь? Я представитель советской власти. Правильно, представитель, но еще не вся советская власть. Служишь, служи. Но прежде всего нужно всегда оставаться человеком. Человеком. Ладно. Поговорим по-другому. Чего тянем?
Розлив закрыли, скоро завод прикроют. Тогда знаешь что? Сегодня вторник. В пятницу может Бабулов привезти кирпич, песок и цемент, чтобы заделать эту дыру. Насчет дачи договорился? Договорился, конечно. Это 4 рейса и с легковушкой. Ну, грузовик возьмем. База своя. Бабулов сядет за руль. Сам и отвезет. Ну, хорошо. Никого нет? Иди. Ну, еще одну. Еще одну, давай. Ну, да, хорошо. Открывай. Давай. Сейчас. Поддень, сейчас, поддень. Сейчас. Так. Давай! Ой! О, черт! Так, вот и... Что? Вот эту вот посмотрим, папку. Вот. Так. Так, 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 так. Если бы я знала, что у нас такой гость, я вчера приехала. А то задержалась в городе. Михаил Ирасович не предупредил меня. Ну, я и занялась уборкой. Да ничего, все чудесно. Пока все на даче. Ника, ешь хорошенько, давай тебе положу помидор. Я ем. Молодец. Ой, что это у вас кровь? Порезались, давайте перережу. Нет, 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 поцарапался. Надо же как-то. Ничего, ничего. Жуй, Оксана, жуй хорошенько. Я уже. А сейчас гулять идите. Погода, правда, не очень хорошая. Но я думаю, распогодится. Александра замечательная. Оксана, ешь, ешь. Ешь хорошо. Так, пойду наверх. Я там лежу, почаю. Отдыхаю, читаю, блаженствую. Спасибо. На здоровье. Спасибо. Тебе положить? Ну? Вика, да? Нет. Нет? Ты написал, что купить, Вика, я да? Сегодня пораньше поеду. Да, Миш, надо ну, огурцов, вот. Мясо. Хорошо. Витя все написала. Хорошо, помидоры нашел. Монтёр придет, скажи, чтобы на чердаке проводку посмотрел. Угу. Хорошо. Ешь, ешь. Подсолнечное масло. Подойди сюда, не слышу. Подсолнечное масло не забудь. Возьми, возьми. Что ты, Миша? Куплю подсолнечное масло.
Внимание, граждане пассажиры. Начинается посадка на рейс 524. Следующим маршрутом Привольск – Ташкент. Повторяю. Начинается посадка на рейс 524. Следующим маршрутом Привольск – Ташкент. Извините меня. Пожалуйста. Мне на рейс 3715, пожалуйста. Пожалуйста. Да сейчас, минуточку. На рейс 3715 Привольск – Ташкент. Посадка объявлена. Ну, скромность, конечно, украшает человека, но ведь руководили подполье в Привольске вы. Значит, вам и быть героем будущего фильма. Анастасия Михайловна разделяет мою точку зрения. Ох и дипломат вы, Сергей Иннокентич. Ну, а как? Простите. Пожалуйста. Да? Алексей Трофимович, это Бабулов говорит. Да-да. Слушаю вас, Михаил Ирасович. Вам нужно срочно приехать ко мне на дачу. Да, нужно сейчас. Не понимаю, вы что, меня в гости приглашаете? Да, можно сказать, настойчиво приглашаю, только без жены. Даже так? Без жены? Простите, а зачем я вам понадобился? Что-нибудь случилось? Говорите прямо. Видите ли, у меня сейчас на даче, на чердаке, лежит целая кипа документов. Каких документов? Ну, вроде бы, документы архива гестапо. Что? Документы архива гестапо? А каким образом они оказались у вас на даче? Да попали вот, вот так попали. Какой адрес вашей дачи? Дача всего в 40 километрах от Привольска. 40 километров от Привольска. Поселок, да, поселок Северный, 45-я дача. Угу. Так. Дача 45. Михаил Ирасович, алло. Заканчивается посадка на рейс 524, следующим маршрутом Привольск-Ташкент. Повторяю. Заканчивается посадка... Алло. Алло, алло. Что случилось? Странное приглашение. Обнаружены документы архива гестапо. А их разыскивают уже более 30 лет. Алексей Трофимович, поезжайте. От этого зависит судьба будущего фильма. Фильм это еще не самое серьезное. Судьба многих людей зависит от этих документов. Так тем более. Вы меня извините. Поезжайте, Алексей Трофимович. Машина у меня, как назло, не в порядке. Вы на машине? Нет, к сожалению. Алёша, только ты один-то не езди. Анастасия Михайловна, здравствуйте. А как туда попал архив? Езжай на наши. Подожди, или у нас машина на ходу? Да. Лёша, переезжай к нам. Мам. Да? Я поеду, отвезу Ширяева. Поезжай, Илья, вдвоем оно будет лучше. Дядя Саша! Дядя Саша! Что? У нас папа пропал! Как пропал? Пропал! Папа пропал! Мама его искать пошла! Дядя Саша! Открой дверь!
Вы что? Мы хотели вы к тебе. Что? Нет, ко мне нельзя. Почему? Ко мне нельзя. Нет, 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 нет. Я занят. Я занят. А это наш гулять, дом. Гулять, гулять, а гулять, гулять. Дом, так. А мама где? Мама пошла папу искать. Папу пошла искать. А, погоди. Тебя как звать? Вика. А тебя? Оксана. Оксана, Оксана, так. Так это, Оксаночка, милая. Ой. А ты Оксана, да? Вика, а ты я опять перепутала, папа вас не путает? Нет, нет. Ну вот, вот что, слушайте, слушайте. Вы сейчас побежите к калитке, да? И посмотрите, идет папа или нет. Хорошо? Хорошо. Если идет, вы мне сразу скажете. Угу. Хорошо? Ну, вы как хозяйки побежали к калитке, а я как гость остаюсь здесь. Хорошо? Хорошо. Раз, два, три. Мы как хозяйки побежали. Настя, давай-ка поедем на Рижское из моря, хоть недельки на две. Я вот машину сдам и поедем, а? Третий год уж собираемся. Нет, надо что-то делать. Позвони-ка по телефону в обком. Позвони, позвони, там дежурят в субботу, воскресенье. Может быть, там помогут. Позвони. А куда мы идем? Побыстрее, Вика. А куда мы идем? А почему побыстрее? Ух ты, черт, тебя подрал. Ворочаешься, как тюлень. Слушай. Дежурный по областному управлению подполковник Пашкевич. Слушаю вас. Так. Так. Чрезвычайно интересно. До свидания. Как это? Нет, это не то. Нет, это тоже не то. Это не так, не ну, так. Так это что? Вы возглавите оперативную группу. Но, коли речь идет о гестаповском архиве, то там могут случиться любые неожиданности, понимаете? Понятно, товарищ подполковник. Кто-то может оказаться. Во всяком случае, вряд ли простые уголовники. Прошу вас. Прежде всего, блокируйте вот эту дачу, принадлежащую Бабулову. Угу. Одновременно прочесывайте лес в районе дачного поселка. Понимаю, наперед про себя ищешь. Молчи. Дубина ты. Но... Я ищу последовательно. Последовательно. Ну на, читай, читай. Ну, ладно, ладно, я во время войны-то знал два слова по-немецки, теперь и того меньше. Ну, значит, помалкивай. Бумагу кровью испачкал. Эти бумаги давно кровью перепачканы. Ничего, все равно жечь будем. Когда жечь будем? Сначала дождемся Бабулова, когда вернется из магазина. Чтобы он жену и девчонок в город отправил. А при них жечь нельзя, догадаюсь. Зря ночью не пожгли. Как приехали, нужно было сразу. Талдычишь ты! Надо было на Бабулова покрепче нажать. Че он Ваньку-то валяет? Молчи! Ишь ты, искры будут из трубы лететь.
Соседи увидят, да и ты хорош. Нельзя костер разжигать, опасно. Днем костры жгут. Понял? Это дача. Сухие листья жгут. Мусор всякий разный. Вот и мы зажжем. Нашел. Твое или мое? А? Твое или мое? Мое. Не знаю, вот как. Все ли здесь? Я сейчас боюсь в сад и все сжечь. Как сжечь? Что? А как же мое? Как мое, говорю, ищи. Пусть ищи, говорю. Пусть ищи, пусть ищи. Пусть мир. Что такое? Смываться надо. Кто там? Не могу. Все. Ну, ладно, ладно. Пусть что хотят, то и делаем. Его состояние. Идет операция. Как-то я не поехал с вами тогда, когда раздался телефонный звонок, я просто предположить не мог, что может случиться такое. Ну, а кто мог предположить? А что с Родуном? Взяли обоих. Thank you.
Здравствуй, Илюша. Здравствуйте. Моя Елена Васильевна тоже здесь, но сразу двоих не пускает. Да. Мои тоже. Ходят по очереди. Как себя чувствуешь? Лучше. Уже лучше. Ой, парень, ты нерасчетливый. Сунулся в чужую пулю. Нашел кого спасать, старого бюрократа. Я предчувствовал, что вы мэром станете. Вот как? Легче будет вопросы решать. Вишь ты. А, кстати, один твой вопрос уже решаем. На днях начинаем вывозку винного завода из царских подвалов. Что ж, работы меня решаете? Ничего, брат, работы тебе на два века хватит. Земля без санитара быть не может, не проживет. И я не проживу. Привет. Привет. Поздравь. Я получила Нину Заречную. Ирка, поздравляю. Да. Представляешь, я буду играть Чайку. И вообще, наш новый главный потрясающий старик. Так интересно про пьесу рассказывал. Короче, завтра первая репетиция. Одну минуточку. Ой. Это вам. Спасибо. Почему ты здесь? Тебе же нельзя на улицу выходить. Ну, а кто тебя знает? Вдруг ты опять в Курску катишь? Идем домой. Идем. Ну, до свидания, Машенька. До свидания. До свидания. И опять повторяют мне беспокойные годы. Не бывает чужих утрат, не бывает чужих побед.